Всем здравствуйте, друзья мои. Сегодня у нас вторник, 8 мая 2018 года. Я продолжаю свой цикл моих видео про стихи Есенина. Слушайте мои. Сейчас я буду читать. Вечер, как сажа, льется в окно. Белая пряжа ткет полотно. Пляшет гасница, прыгает ткань. В окна стучится старый плетень. Липнет к окошку черная гать. Девчонку-крошку баюкает мать. Зыркает зынка сонный трупарь. Спи, моя рыбка, спи, не гутарь. Спасибо, что вы посмотрели мое видео. А с вами был Сергей Ракишев. И сегодня самый лучший день. Хотя и пасмурный.